У Нижнего Новгорода есть все необходимое, чтобы стать центром российского туризма. После чемпионата мира по футболу в городе останется прекрасная инфраструктура. Главная задача региональных туроператоров уже сейчас учиться ей пользоваться. Планируется, что только в рамках Мундиаля мы примем 200 тысяч человек. И встретить болельщиков надо так, чтобы они потом по всему миру рассказали, что в Нижнем Новгороде интересно и комфортно отдыхать. Сейчас у нас посещение за год примерно 800 тысяч. Перед нами стоит задача довести эту цифру до 3 миллионов в год. В администрации города амбициозно заявляют, что 3 миллиона туристов – даже задача минимум. Для этого теперь регулярно представители муниципальной власти и туристического бизнеса будут проводить рабочие встречи. Как будет происходить аккредитация туроператоров, пустят ли фан-зоны экскурсоводов, помешают ли ограничения движения проезду автобусов с гостями города – пока вопросов больше, чем ответов. Турпривлекательность города, она зависит от ряда еще мелочей в том числе. Не только от больших проектов, но это наличие и действительно и тех же туалетов, и того же комфорта туристов в части остановки транспорта. Поэтому сейчас администрация города очень озабочена тем, чтобы было комфортно даже в мелочах. На встрече также озвучивают необходимость полной перезагрузки туристической отрасли города. Но какой она будет, станет ясно только в 2018 году. Оксана Понагушна, Ренат Бикбаев, Объективно, НТВ.